нас это конкурс одной песни. Можно погасить свет в зале. Все очень просто. На эту сцену сейчас будут выходить команды, исполнять какие-то музыкальные композиции и, естественно, радовать вас своим юмором. Максимум за конкурс одной песни 4 балла. Поэтому подготовьте цифру 4. И на сцене команда КВН по любви. Ваши аплодисменты. Друзья, там команда пока что еще готовится. Хотелось бы сказать, что 3-1-8 открытой лиги КВН пройдет 24 числа в 6:30 в этом же прекрасном зале ДК «Прогресс». Поэтому мы всех с удовольствием ждем вас сюда на заключительную 1-8 открытой лиги КВН города Новосибирска. Сразу же после игры у нас пройдет автопати открытой лиги КВН. Где, во сколько и все прочие вещи вы узнаете. Вам придет личная смс-ка с приглашением каждому зрителю. Все, вы готовы? Команда готова, друзья, на этой сцене команда КВН по любви, Новосибирская область. Ваши аплодисменты. Хоть сейчас и кризис, но люди не перестают путешествовать. Итак, представьте, группа туристов отправляется в тур. Здравствуйте, меня зовут Вадим, я ваш турагент. Я подобрал несколько вариантов, сейчас я вам о них расскажу. Парис, Лондон, LA, Чикаго, Токио, Багдад, Нью-Йорк. Это не для русских. А что вы нам тогда предложите? Турция, может быть, Таиланд? Кое-что получше. Купино, Ленёво, Чик, Довольное, Куйбышев, Сузун, Чулым, Сан-Машкова. Если ты приехал к нам в область и не взял с собой фотоаппарат, то своим друзьям скажи, что ты был в Сан-Франциско. Ведь у дома главы Чулыма тоже есть золотые ворота. Мы вообще-то живем в этой области. Да мы получше вас города знаем. Да чего там знаете? Сожок. Карасук. Каргат. Татарск. Краснообск. Купино. Обь. Тебе на мягкий знак. Пашина, Дупленко, Вертула, Жеребцова, Лебедевка, Пугатак, Мочище. Дальше жизни нету. Если ты приехал в Кыштовку и не смог себе найти отель, то в самом центре есть отель у Марины. Ну как отель? Просто девчонка всех подряд в свою квартиру пускает. Но он трехзвездочный, потому что там рассада по всему дому раскидана. А вы вообще знаете, чем знаменита наша область? Конечно, знаю. Барабинск. Рыба. Кочки. Кочки. Чулым. Коровы. Бердск. Как в Чулыме, только не для пищи. Но какие достопримечательности есть в наших районах? А вот с этим будет потрудней. Болотное. Там это... Маслянина. А там штука такая в центре непонятная стоит. Довольная. Устарка. Че это вообще такое? Не знаю. Я думаю, это страна. А я думал, это болезнь. Вы понимаете, что все ездят в Турцию, Таиланд и друг другу рассказывают одинаковые истории? А в ваших районах столько уникальных вещей есть. Памятник Ленину. Улица Ленина. ДК имени Ленина. Родственники Ленина. Универмаг. Собаки. Бараки. И дом, где торгуют спиртом. Вообще-то в Таиланде тоже есть свои особенности. И что там есть? Памятник Унтяо.
Улица Унтяу, ДК имени Унтяу, родственники Унтяу, мужчины, женщины, вот это вот. И дом, где торгуют не спиртом. Ладно, я вас понял. Будет вам Таиланд, давайте свои паспорта. О, так вы же не выездные. Почему? Так мы все штрафы уплатили. Да вы не выездные, потому что у вас паспорта старые, советские. Ну тогда остаемся. А вообще, мы любим нашу область. Ведь родились и выросли мы здесь. Но мы когда-нибудь уедем в Сан-Франциско. Но для начала мы хотели бы съездить в Сочи. Дорогие друзья, а ведь все смешное рядом. Команда КВН по любви, Новосибирская область. Спасибо. Ваши аплодисменты, друзья! Команда КВН по любви, Новосибирская область! Ну что ж, давайте будем двигаться дальше. На этой сцене появляется команда, представляющая город Барабинск. Команда КВН «Парк культуры». Внимание, бараба стилит, богатый в постели, выключи телек, без денег все, идем в подземелье, да. Друзья, а мы не зря вышли под барабинский рэп, потому что поем мы плохо, а по сравнению с ними еще ничего так. Ну и вообще, помимо барабинского рэпа, в мире есть очень много странностей, про которые мы вам сейчас и споем. Этот мир не так уж прост, жизнь полна чудес. Есть абсурд и есть бред. Ну, Леха, ты готов? Ну, давай споем. Это коп. Это коп? Ну, давай начинать. Начинай. Отовсюду он звучит, повод есть всегда. Вот та-та-та-та-та-там, та-та-та-та-там. Такой вот бред звучит, он готов всегда. Он идет, женский плащ. Ты меня не любишь. Женский плащ. Муфасу убили. Женский плащ. Господи, я так рада. В целом мире он один, он за доброту. Он как будто мимино, он вообще прям мил. Он вообще один на всей планете такой, друзья. Добрый мент под фуражкой носит нимб. Добрый мент покормил с руки бомжа. Добрый мент пузо вниз не отвисает. Добрый мент. Вот такой, друзья, у нас в Барабинске есть добрый мент. Ну а сейчас очень-очень-очень странные штуки в нашем городе. Свингер-клуб. Чё вы толпой на одного? Свингер-клуб. Да я просто мимо проходил. Лысый кот. Фу, тварь какая. Лысый кот. Он чё, кому-то проспорил? Русский рэп. Фу, убери это от меня. Все, конец! Поклонись! Ну ладно. Все, пока! Команда КВН «Парк культуры», друзья, город Барабинск! Ну что ж, давайте двигаться дальше. И на этой сцене сейчас появляется команда «Сборная интернета», а вернее, друзья, «Сборная гиков». Под ваши бурные аплодисменты! Друзья, мы продолжаем гнуть свою линию. Думаете, гики не умеют веселиться? Да давайте на это посмотрим. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Этот трек посвящается всем тем, кто прохал MMORPG с первого левела. Всем тем, кто ходил на рожа на соло. Всем тем, кто доиграл Excel-карту в третьих героев. Родители уехали на дачу, я гуляю. Рейд собирает. Быстро позвоню. Друзья,
что приходили. Будет все по кайфу. Пати у гиков дома, это круто. Имперский марш на всю катушку с ночи до полудня. Приходят паладины, некроманты, кочевники, половина в непонятках. Впервые видят девушек. Трешку зелья маны за встречу распиваем. Блюдами эльфийской кухни все заедаем. Компьютеров, конечно, на всех не хватило. Я раздавал Wi-Fi, сколько радости было. Удар за ударом, дом умирает босса. Не спим уже неделю, идет кровь из носа. Я дамажу как могу, саппорты помогают. Лекарь, Валера, раненый, хиляй. Я Авк. Здравствуйте, вы верите в Бога? Я верю в корейский рандом. Йоу-йоу-йоу, Джей-Джей! Вечеринка у гигов дома, все герои сервера в одной комнате. Вечеринка у гигов дома. Я заюзал. Я заюзал скилл, не добили рейд-босса. Девчонки закричали, это было к месту. Резали. Все поступали. Подземелье опустело в конце вечеринки. И мой друг Дима получил драконьи ботинки. Ребята и девчонки из игры выходили. Но только танка видел, слегка обвели. Я в... Но... Здравствуйте, я ваш сосед. Че, шумим? Нет. Трафик жрете, в одноклассники зайти нельзя. Ты, короче, смотри, открываешь сейчас командную строку, туда вписываешь ТТП, адрес... У нас вечеринка, короче, все. Йоу-йоу-йоу, Джей-Джей Джессика! Вечеринка у гиков дома, думаешь, крутой постой хардлайн соло. Вечеринка у гиков дома, в жизни двухметровый шкаф, а играешь за гнома. Ближе к утру гости стали расходиться, и только тот, кто не устал, продолжает фармиться. Клан-лидер Володя уснул в кровати, я бужу ребят, все окончено пати. Мы гиги, у нас не бывает похмелья, а если и есть, то спасет банка зелья. Вечеринка удалась, остались все довольны, когда гуляют гиги, возвращайтесь спокойно. Яу! Друзья, что мы хотели сказать этим конкурсом одной песни? Каждый отдыхает по-разному. Если вдруг ваш сын придет поздно ночью домой с красными глазами, не спешите ругаться. Возможно, это все из-за компьютера. Сборная гигов, спасибо. Вашему стилю, друзья, сборная гига! Ну что ж, прежде чем мы перейдем к следующей команде, хотелось бы поблагодарить, естественно, тех прекрасных организаторов, без которых бы не состоялась сегодняшняя игра. В первую очередь, хотелось бы бурными аплодисментами наградить ДК «Прогресс», друзья, за этот предоставленный зал. Также, естественно, большое спасибо Комитету по делам молодежи. Здесь можно тоже поаплодировать. Нашему информационному порталу «Ты молод». Ну и, конечно же, молодежному центру «Пионер», друзья, ваши аплодисменты! И, друзья, первая праздничная кампания «Праздники под ключ». Ну что, следующая команда готова. Вроде бы когда, друзья, на этой сцене появляется команда, представляющая поселок Краснообск. Команда КВН, В значит Ваха! Здравствуйте, дорогие друзья! А сейчас конкурс одной песни, сокращенно КОП. Но учитывая, что у команды КВН, В значит Ваха, проблема с копами, поэтому для вас будет петь группа Стекловаха. Прямиком из Красноводска. Встречаем! А эта песня посвящается всем тем, кто прохал жизнь не с самого низа, а с самого Красноводска. Да. Всем тем, кто едет в торговый центр со шмотками в раз в год. Всем тем, кто любит носить только правый ботинок. Ну что, погнали! Погнали!
Краснооск самый милый поселок. Люди золото, дети чугун. Я так хочу уехать отсюда. По весне в Краснооске все тает, и Краснооск уплывает во враг. И летом его мы снова все строим. Красно-красно-красно-Краснооск. Гаражи в подъездах. Красно-красно-красно-Краснооск. Мэром стал подсолнух. Красно-красно-красно-Краснооск. Это повод спиться. Красно-красно-красно-Краснооск. Это all-inclusive. Пацаны, ну что мы делаем-то? Чего мы только минус-то Красноярска вспоминаем? У нас же и плюсов много. Вот, например, в Красноярске очень много парковочных мест. Ты фразу-то договаривал. У нас много парковочных мест, потому что три машины. Зато у нас самый большой мангал в России. Ну точно. Дом третью неделю горит, и вы, придурки, с коровами на вертеле в окно их целиком пихаете. Вертите, вертите, вертите. Начнем урок географии. Как вы все знаете, на карте мира Италия похожа на сапог. А на что же похож Краснооск? А Краснооск похож на кроссовок. Как видите, три вот этих белых полоски символизируют три наших дома. Андрей Петрович? Да. Можно мы продолжим песню? Конечно. Очень сильные вы, ребята. Вы дослушали почти до конца. Мы пели на вальхе, там падали птицы. Выходил даже поп-исцелитель и какой-то штукой махал. Мы думали, пляшет, а он отпевал. Красно-красно-красно-красно-Краснооск. Лучник, красно-красно-красно-Краснооск. Просто тип с Ленёва. Красно-красно-красно-Краснооск. Дайте шанс уехать. Красно-красно-красно-Краснодар. Почему мы не родились там? Походу нас здесь всех не долечили. Едет на север, кто-то хочет в Чили, цирк уехал, а мы соскочили. Дорогие друзья, данную композицию можно разбить на два вывода по куплетам. Первый куплет говорит нам о том, что нужно любить место, в котором ты живешь. А второй смысл – берегите птиц. Спасибо за внимание. С вами была группа «Стекловаха». И помните… Встретимся снова. Команда КВН В, значит, Ваха! Краснооск, ваши аплодисменты, друзья! Смешно, смешно, и это не может не радовать. Ну что ж, друзья, мы переходим к предпоследнему конкурсу «Одной песни на сегодня». От команды, которая представляет Новосибирский государственный университет, команда со своим казахским колоритом, команда КВН, все свои, ваши аплодисменты! Сегодня мы хотим порадовать всех зрителей и спеть песенку про феечек Винкс. Долина, чудная долина. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Сегодня мы исполним мечту всех вас, всех наших зрителей, и споем песню про казахов. В смысле про казахов? Мы же с вами договорились. Петь про феечек Винкс, исполнять мечту зрителя. Ну, если мы сделаем так, то исполним мечту только Алексея Прозверова. Очень смешно. Вы уже надоели про своих казахов везде шутить. Достали меня. Как же тяжело с казахами играть. Им приходится все дело заставлять. Вечно говорят они лишь об одном. Как прекрасен, как красив родной их дом. Случай в Казахстане. Смотри, красотища какая. Вот это красота.
Еще хоть что-нибудь построили бы, вообще было бы супер. Да, нет, песок и так красиво лежит, нормально. Тяжело с казахами гулять, в клубах не умеют отдыхать. Попроси включить крутую песню, начинают они петь все вместе. Пацаны, меня тут с работы дернули. Говорят, вы фигню на сцене какую-то показываете. А ты в полиции, что ли, работаешь? Неважно. В общем, давайте так. Яна поет, вы танцуете, не отвлекаете ее. Ладно. Тяжело с казахами играть и свинину в бешбармак им добавлять. Ночью угоняют лошадей со стоянок у других людей. Вот слушай, Яна, это уже перебор. То есть, по-твоему, куда ни плюнь в Новосибирске, везде будут лошади, да? Ты, походу, своего забыл на сигналку поставить, да? Блин, точно. Здарай, здарай, Елантасом, отдай нашим лицом домой. Эй, Нурик, с тобой все в порядке? Сие женеще бордине шердине. Сие женеще бордине шердине. Вы меня с первого раза не поняли? Успокойся. Вы можете на нормальном языке что-нибудь спеть? Of course we can! Freestyle! Казахушки мои, ну такие забавные же вы! Ну как их не любить? Здарай, здарай, ты его на красах отдай, нашим ты солдомоем, в береге толдомай. Здарай, здарай, ты его на красах отдай, нашим ты солдомоем, в береге толдомай. Команда КВН все свои, спасибо! Ваши бурные аплодисменты, команда КВН! Все свои НГУ! Но и есть, друзья, еще одна позитивная новость. Хоккейный клуб «Сибирь» лидирует в матче с Магнитогорском 2-0. На такой позитивной ноте на эту сцену хотелось бы пригласить команду КВН «Легпром». Ваши аплодисменты! Ну а в конкурсе одной песни мы бы хотели вас поближе познакомить с нашим институтом. И кто, как не сами студенты, смогут сделать это лучше всего. Закончила школу, в институт захотела, в Легпром занесло мое грешное тело. А раньше была я звездой синовала, теперь я дизайнер, и мне этого мало. Мне этого мало, мне все равно, а лишь бы срок не мотала. Най-най-най, Легпром! Ай-най-най-най, Легпром! Ай-най-най-най, Легпром! Ай-най-най-най, Легпром! Сюда 23 раза и детства мечтал я быть модельером. Теперь меня ждет звездная карьера. Сочи, Габана, Юташкин, Валера.
вай, электрозар, вай, вай, электрозар, вай, вай, электрозар, вай, вай, электрозар. Чуть-чуть, чисто так по приколу. И если честно, вообще не закончил я школу. Но здесь я узнал про все веяния моды. Носить стал сандали на голую ногу. Вообще без носков, еще с кепкой. Короче, модный вообще теперь. Лев-про! Лев-про! Здесь нету морали. На самом деле мы мозг вам взорвали. Мы мозг вам взорвали. Мы мозг вам взорвали. Ай-на-най-най. Лев-про. Ай-ра-вай-вай. Лев-про. Ай-ра-мэлла. Лев-про. Лев-про. Друзья, вот вы сидите, все смеетесь, а между тем одежда, в которую вы сегодня пришли, сшита именно такими людьми. Команда КВН «Лев-пром», спасибо. Ваши бурные аплодисменты, команда КВН «Лев-пром». Ну что ж, и под бурные аплодисменты на эту сцену хотелось бы пригласить все команды, друзья. Все свои фарк-культуры, по любви, В значит Ваха, сборная гигов и, конечно же, команда КВН «Лев-пром». Прежде чем мы увидим оценки за конкурс одной песни, хотелось бы услышать средние баллы за два конкурса. Алексей, можно, пожалуйста. А стоит ли? Да, конечно же. Ну и хорошо. Команда В значит Ваха, 7,6 баллов. За два конкурса, друзья, аплодисменты. Команда «Все свои» 8,2 балла. Команда «Пар культуры» 9,2 балла. Команда «По любви» 9,6 балла. Команда «Лев-пром» 9,8 балла. И сборная «Гиков» 10,4 балла. Ну что ж, вот такие оценки за два конкурса. А сейчас настал момент увидеть оценки за конкурс одной песни. Я напоминаю, что максимум 4 балла. Давайте в том порядке, в котором команды выступали. Оценки команде КВН «По любви». 4, 4, 4, 4, 3. Вот это недовольный какой.
Давайте дальше оценки команде Квент Парк культуры. 2-3-3-2-2. Оценки команде КВН сборная гиков. 3-3-3-3-2. Вот это лягушка. Оценки команде В, значит, Вака. Все судьи 4 балла ровно. Оценки команде КВН все свои. И вновь все четверки, друзья. Ну и, наконец, оценки команде КВН Легпром. Вновь все судьи 400 баллов.